Через полчаса мне идти на пары, и пока я еще не иду, я хочу попробовать прокатиться через всю ебаную карту GTA 5 на Virtue. Поехали. Посмотрим, сколько времени это займет. Но я не буду ставить никаких таймеров, никаких там монтажей, это просто целиковое видео, а отсчетом времени будет, в принципе, длительность этого видео, которая, ну, снизу, если что. Так что вот. Не то чтобы мне интересно знать, сколько там секунд на это уйдет, мне просто хочется на этой классной тачке проехать через всю карту и посмотреть, что из этого получится. В чем прикол? Так что я делал задание по доставке кислотной хуйни в кислотную лабораторию. Там было добраться нужно до каньона Раттон, 6 километров. Я сел в эту тачку и буквально с ветерком доехал. Даже, ну, не заметил то, что это было, типа, долго. Но меня не заебало. Так бы я на прессор сел, просто приехал бы по фасту. А на этой тачке я, ну, быстренько добрался по земле. Меня это удивило. Я решил посмотреть, на что, в принципе, каков предел. Заебет ли меня ехать через всю карту? Если меня не заебало ехать из Mirror Park до каньона Раттон. Так что поехали. Ну, мы уже едем, да? Главное, чтобы меня не подрезало никакое ёбище, иначе все пойдет на смарку, да? Нужно постараться не врезаться. Но я-то постараюсь, вот. Есть, конечно, факторы, которые от меня не зависят. Хотя нет, с другой стороны, если меня будут подрезать, я просто увернусь. Надо максимально внимательно ехать. Жизнь — это катка, и мы ее тащим. Так, что у нас закат прекрасный. Осталось 8 километров. Бля, я не посмотрел, сколько там изначально было. Нужно было быть около 12, что ли. Максимальная длина. Number 9. Слышу эхо террора. Бля, прикольные тачки. Еще мне, типа, писали в комментах, когда я говорил в последнем видосе. Типа, послушайте. Я говорил в видосе, какая она охуенная, его послушать этот звук. И он мне, блядь, нравится. Ничего не знаю. Мне в комментах писали... Чё там слушать звук пылесоса? Да вы чё, ебанутые, что ли? В том-то и прикол, что она едва ли шумит, она едва ли заметна на слух. Она не пердит огромным дизельным выхлопом. Она издает прекрасные электромоторические койлы. И в чем прикол? Прикол в том, что ты испытываешь катарсис, ты испытываешь это внутреннее противоречие. Машина тихая, ее едва слышно, но она выдает такой перформанс. Она едет так быстро, как искра. Хотя и едва заметно. Так в этом весь кайф, блядь. Я лечу буквально. Я не ощущаю, что вот эта тут скорость была создана передержом мотора. Эта скорость волшебная, электрическая, взятая из ниоткуда. Мне нравится этот звук, идите нахуй, кому не нравится все. Так, теперь 4 км, что поворачивать? Ну ладно, повернем. В принципе, маршрут довольно оптимален. Я просто хотел еще через Дэвис проехаться. Оп, повернули. Ну, я снижал скорость, чтобы повернуть аккуратно. И сразу же мы почти на максималке. То есть это разгон. Это то, ради чего я живу. Сейф ночного клуба надо лутать. Но мне реально что-то на пары через 30 минут. Кстати, уже... А, нет, что-то через 30. Я только... Блядь! Чуть не подрезали. Я только проснулся просто, да? Выяснилось, что вторую пару отменили, поэтому мне нехуй делать. Я решил GTA зайти. Мы уже подъезжаем, кстати, к порту. И реально, кстати, незаметно прошла поездка. Типа... Мы только что были в Палета Б, я что-то попиздел. Обсудили звук пылесоса. И мы уже в терминале практически. Брух. Давайте по GPS ехать. Я по привычке бы срезал, как я Red доставляю по привычке. Но сейчас не будем срезать, да? У нас план проехать весь GPS, который у нас был. Чисто на закате. Я успел до захода солнца. Я, может, так и назову видео. Хотя посмотрим. Ну все, ебать, все. Я доехал до другого конца карты на Virtue. Охуеть. И это было прям реально быстро. Я не ощутил. Короче, тачка настолько охуенная, что... Ну... Прям как ветер донеслись. На нахуй. Взорвать что-то с себя. Давай.
брось ее куда-нибудь, я не могу. Когда ты перевернут, ты не можешь кидать ничего. Ну, короче, вот все. Моя теория подтверждена. Меня не заебало ехать. Кто мне пишет, блядь? Через всю карту на Ocelot Virtue. Классная тачка. Куда она улетела, блядь?